Наш маршрут от кибуца Гадот по голландским высотам через водопады Двора и Джелабун, потом вдоль реки Ярден, около 40 километров. Йоник, поработай за меня, а я поработаю на тебя. Ты работаешь на меня, я на тебя. Осторожно. Как-то погнали, а как я не знаю. Колючек. Осторожно. Слева река, река Ярден. Ну смотри, Йоник уже профессионально это делает. Он уже знает, как это. Спокойно прошел без проблем. Снова ворота. Так, давай, давай. Ну как? Сегодня день закрытых ворот. Вот, наконец, мы выбрались на относительно твердую почву. Продолжаем наш маршрут. Йоник сказал вперед, я значит вперед. Он сказал, поехали на другую руку. Все будет хорошо. Легкой жизни я никому не обещал. А подъем, я думаю, будет 700 метров. Но если будет больше... Ну, претензии к Игорю. Ворота мы вообще не разгоняли. Про ворота мы не договаривались, да. Да. Давай, Илюха, наливай, пора. Да. Слушай, у меня больше месяца будет вино. Ну, вот мы это ну, делаем. Не видишь, еще сделали другое дурное дело. Они отсюда все деревни выселили. Поэтому, когда их здесь бомбили, никаких мирных селений-то не было. Это поняли, это ошибку исправили. Они теперь наоборот стреляют. И ливанцы тоже, они из деревень стреляют. Это остатки советской техники во время битвы за Голан. Очередной заборщик, 50-й по счету. Джипы на нас так посмотрели, Игорь, как будто мы не знаем, мазохисты какие-то. Там какие-то американские дети сидят и говорят, у, надо же, в Израиле энтузиасты не перевелись еще. Сейчас хочу узнать твой Илью, да куда он доедет? Можно пока доедет до конца, что понимаешь? Йони, делаем ставки, я отдаю 30 метров. Кто я больше? Я думаю, что он 35 сделает точно. Сейчас проверим. Ну-ну-ну. Илюха, давай! Он нас разоряет, он нас ставит на бабки. Да, да. Вот вредный характер. Не говори, нет, чтобы поддаться. Ладно, сейчас, секунду. Израильские реалии путешествия. Да, 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 да. Отвезти курочек. Там есть патрончики, да, по-моему? Слушай, ну вроде делают пока, я знаю. Значит, того ничего спустили. Нет, не держит. Держит пока. У тебя камера там? Камера, да. И джипа есть? Проедем немножко. Проедем, посмотрим. Какая, а? Нахаль Джелабун. Где-то он тоже есть или он высыхает? Нет, всегда. Цветение вдоль Нахаль Джелабун в самом разгаре. Вот он, красавец. Внизу озеро, которое мы купались когда-то. Ой, ну как красиво. По той стороне. Я здесь ни разу в жизни не был. Кишни покушаем, вкусно. Он только ремонт, все поддерживает, в порядке. Из завода под двора. Вот он водопад двора. Все за деревьями.
Это типа загородка от велосипедиста. Ну-ну. Первая водная преграда. У нас привал. Это защищенный от ветра сирийской постройки. Ты сейчас, Илюха, покушаешь, в эту дверь уже назад не пролезешь, учти. Илюха, ты каску опять специально не снимаешь? Техника безопасности типа? От голода. А вдруг камень упадет? Ну что, ребята, сегодня у нас большое событие. Редкая возможность. Редкая возможность. Оператора, раз. Такой знаменательный день. Сегодня было большое статье видеоохранов, посвященное Игорю. Поздравление с днем рождения, понимаю. Все. За здоровье Игоря и за день победы. Игорь знал, когда родиться, между прочим. Раньше это был выходной, сейчас, к сожалению. Вообще, в общем-то, мы не сильно страдаем по этому поводу. Да. Чтобы все были здоровы. Ну, отдыхаем. Мне батя все время помнит дело. Вот все время. Мы сегодня честно купили челлендж. Илюха проявил свой коммерческий талант. Которого никто не устоит. Был в восторге, прямо таки был. Он готов был дал, а отдать мы не дали. Непонятно. Пока его не посмотри, вот это из-за этого бугра не видно вот этого куска. Тут смотри, как здесь отдых. В каком хорошем месте мы чиним панчер. Не так обидно. Колючки, 100% колючки. Ну тут можно как грибы их искать еще. Ну как грибы искать? Ну, вот, пожалуйста, есть. Я должен я вам сказать, ребята, что это далеко не последний был. Так что кто не намочил ноги здесь? Да, намочит дальше. Намочит дальше. Володя, настырный человек. Давай, снимай. Все. Совсем невкусно. Даже я такое есть не могу. Мы спустились в Каланских кустов. Хула. Сейчас дорога стала полегче. Ладно, я поехал вперед. Давай разведай там обстановку. Привет. Слева Ярден. Народ гуляет, а кое-кто работает. И тяжело причем. Йоник, газировку! Йоник, я теперь без газировки тебя вообще не принимаю. Не-не-не, это невозможно, отводите нельзя менять. Самый торжественный момент нашей поездки. Это спасибо. Я считаю, один из важных моментов. Это было хорошо. Как еще? Ну, дыхаем. Дыхаем.
Здравствуйте, жиганы.